Всем привет, меня зовут Рос, вы на канале Midcore Show. Сегодня мы смотрим, ну, относительно новиночку. Вышла она в стиме, не знаю, дата, по крайней мере, числится 23 февраля. Это у нас преранейший доступ эдишн. Короче говоря, игра «Приключения отца» или «Квест отца». Короче, вот он, счастливый папаша, давайте помогу подержать, ладненько. Так, погнали. Press Start or Click. О, мы, кстати, на джойстике, да, можем играть? Отлично. Нет, не можем? А, можем, отлично. Хорошо, New Games. А, ладно, хрен с тобой. Что-то он не хочет это, не воспринимает. Так, ладно. Посмотри на это дитя. Я все-таки... Нет, ладно. В смысле, действительно, посмотри на нее. Ну, куча квадратиков. Она миленькая. Она квадратненькая. И у нее... Гумтен. Хер знает, что это такое. Она неуязвимая. Но не хватает, короче говоря, опыта, скажем так. И без опыта она не сможет заложить фундамент морали. Чтобы, короче говоря, чтобы все было клево. Короче, никуда без ядра. Вот так вот. Теперь смотри на это. Папань у нас появился. Невероятно. На эту трансформацию так классно смотреть. На какую трансформацию? Этот папа изменил все. Он помог обрести ей форму самого лучшего оружия, которым она может быть. В смысле? Подожди. Я что-то не ожидал. Но делая это, он тоже изменился. Изолированный этот папаша. Ну, один этот папаша всего лишь обычный человек. Люди обычные. Но папы, у папы крепкие ноги. Они выносливые. Готовы принять на себя все испытания мира. Разом. Вот так вот. Крепкие ноги. Ты можешь быть папой тоже. Один день. А, однажды. Так, смотрим, джойстик. Чё ты, джойстик у нас... Да ладно, хрен с тобой, чё он не работает, блин. Так, окей. Мы делаем так, мышка, он смотрит на мышку. Е. Сохранить игру? Ну, типа да. Сохранил игру, окей. О! Почему так долго? Привет, а чё ты сказать? Стой. Тебе предстоит пройти много шагов, чтобы стать отцом. Но, может быть, есть и более короткий путь? Это она на что намекает. Эй, ты должно быть следующий кандидат, это правильно? Еперионий. Мне кажется, ты адекватный, папашеподобный... короткий парень. Так, я думаю, не мне судить, я всего лишь секретарь, поэтому добро пожаловать на обучение, на начало твоего папашиного квеста. Возможно, ты знаешь, что чтобы стать отцом, ты должен пройти огромное количество испытаний. Так что, чтобы начать, позволь мне посмотреть на твои руки. Отлично, это были наши руки. Так, обычное функционирование мозга имеется, как минимум. Maybe you have party take. Возможно, короче, у тебя есть все, что нужно. Выход прямо там. Впиши свое имя на номерной панели и докажи, почему ты имеешь право стать отцом. Удачи. О, я почти забыл. Это твое обмундирование папы. Это то, что должен иметь каждый папа. Нажми на Tab, чтобы посмотреть. Ну-ка, смотрим. Руки. Класс. Так, вводим наше имя. Last name. Midcore. Наша фамилия Midcore. Так,
Окей, что? Так, мы можем прыгать. Это что? Сундук можем разбить? Нет. Хорошо. Привет. Я большой фанат ничего не говорить людям и позволять им обучаться самим. Угу. Подожди. Ты что, дурак, чувак? Посмотри на этот огромный, пруд. Ты не знаешь, что папа не умеет плавать? Тебя что ли не научили ничему в папиной школе? О, боже. Как хорошо, что я здесь есть. Так, я позволю тебе пройти, но... Но теперь ты знаешь, что ты не умеешь плавать, да? Да, хорошо. Окей. И раз. А как здесь, подожди. И оп. Ух ты, нифига себе, как ты умеешь. Вот это крутота. Прям такой, экшончик, экшончик, платформер. Блин, да вы достали. У-у-у, ты сделал это, приятель. Хорошая работа. Папа должен иметь и физическую, и эмоциональную выдержку, чтобы выжить там. А ниже ты сможешь услышать всех пап, которые были эмоционально уничтожены их собственной неадекватностью. Короче, вставай на колени и слушай, как они ноют. Однажды, как ты только действительно поймешь их страдания, ворота перед тобой откроются. Ага, на колени. Ну, типа на карты. Подожди. Да какая цель в моей жизни? Короче, там папаши неадекватные сидят, окей. Ладно, мы не такие. Мы нормальные, адекватные папани. Сейчас мы будем все делать. Где наш ребенок? Он еще не родился или что? Давай, ползи. Вау. Выбери дитя. У нас, короче, либо девочка, либо мальчик. Ну, что, у меня сынишка есть, поэтому дочурку возьмем. Не, Шейла. Так, Шейла. Давай ты у нас будешь... Убивашка. В смысле? Чувак, ты чё? Да ладно. Привет, номер 63. Похоже, ты прошел через свои первые испытания. Удивительно, как много пап заканчивали свой короткий путь там, но не ты. Ты физически и эмоционально стабилен. Отлично. Хорошо. В любом случае, теперь у тебя есть дитя. Слушай меня внимательно. У тебя есть дитя. 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 И еще раз. Дитя. Пожалуйста. Ты понимаешь смысл этого? Ну да. Отлично, потому что это делает тебя папой. Ты понял, уяснил? Ты прошел, поздравляю. Твое следующее испытание прямо внутри этой комнаты, там. Удачи. В смысле? Подожди. Так, короче, все по порядку. Тебе нужно научиться призывать свое дитя, папаша. Призывание – это экстремально важная часть бытия пап. Особенно, когда твое дитя юно. К счастью, это очень просто. Ты когда-нибудь использовал компьютерную мышку перед этим? Ну, это типа, что-то типа того. Так что представь, что ты нажимаешь и держишь левую кнопку мыши. Представь это очень-очень хорошо. Почти так же, как будто ты действительно делаешь это в другом мире. Короче, воображение — это ключ к призыванию твоего дитя. Давай, попробуй. Невероятно. Это было круто. Тебе нужно продолжать в том же духе. И, короче, ты научишься быстрее призывать. А теперь ты, папаша, ты должен научиться, как работать с твоим дитям на основательном уровне. Призывание — это всего лишь часть. Бой — это, короче, основа роста папашиного духа и детского, роста опыта из боя. Так. Они вырастут в оружие, которым они хотели стать. Есть два аспекта боя с детем. Кидание и махание. Чтобы научить тебя этому, я
повернусь, я приведу опять же пример компьютерной мышки. Ты можешь бросить свое дитя левой кнопкой или размахивать своим дитям правой кнопкой. Это метафоры, понимаешь? О, да. Отлично. Короче, разнеси для пробы этих голубей. Голуби, короче, не должны существовать. Всегда помни это. Ага. Воу-воу-воу, уйди ко мне. Я. Тут мы ребенка использовали как ключ-карту. Нифига себе. Так, окей. И чё? Опа. В смысле? Подожди. Ага, воу, я понял. Так, он, короче, открывается. Да я ж перепрыгивал. Хорошо. Так. Хорошо. Отличненько, давай, опа. Ага, то есть мы не в дверь, у нас появилась лестница. Жизненьки. А, какая-то текст присобаченный к статуе. Разбить в случае папиной необходимости. Ну, а, понял, я все. Хорошо, жизненьку мы взяли. Так, у нас здесь появились развилки. Мы можем, короче... Так, мы, короче, сюда не можем. Закрыто. Окей, можем пойти налево и направо. Здесь мы используем ребенка. Здорово. Эй, папаня! Могу ли я пройти с тобой? Я боюсь всех этих животных, а заперт здесь. Их там так много. И зачем нам вообще нужна комната, наполненная голубями? Короче, что-то там про хорроры. Почему я родился... Короче, таким... Короче, древним зоохранителем. Так, животные великолепные. И знаешь что? Тебе не нужно их... Feed them food. Не нужно кормить их едой и все такое. Они просто едят Dungle Gravel. В любом случае, животные живут... Животные — это живые существа. И должны быть уважаемые любой ценой. Неважно... Неважно, сколько сокровищ лежит рядом с ними. Да, сокровищ. Позволь мне открыть эту дверь рядом с тобой. Давай, веселись с животными. Погоди, он же говорил, что... Сквак, сквак, сквак. Окей, мы просто зафигачим всех этих голубей нахрен. Нам вначале говорили, что надо, короче, фигачить голубей. О, наша девочка эволюционирует, вы смотрите. Она в подростку эволюционировала. А билки у них есть. Piercing Throw. Подожди. Станджоу. Так, ребенок временно парализует своих врагов. А это что? Проходит... Ага, это через нескольких, короче, целей проходит. Окей, давай пирсинг сроу возьмем. Здорово, похоже, твое дитя повысило свой уровень. Это значит, что теперь у тебя есть чарджевая обилка. Иногда, когда твой ребенок повышает уровень, ты можешь научить его новым обилкам. Метафорически, конечно. Ты должен зажимать левую кнопку мыши для того, чтобы кинуть с этим типом атаки. Или правую кнопку мыши для размахивания, для размахивающей типа атак. Убедись, что ты зажимаешь эту кнопку до того, как твое дитя... не засветится бриллиантовой аурой. И потом ты можешь отпускать кнопку, чтобы позволить им потеряться в этом мире. Короче, вы что-то достали меня. Так, здесь мы пройти уже не сможем, да? Ага, здесь у нас есть лесенка, давай. Опа! Как он ребенка носит, тот на спине. Атя, атя. Давай, ни хрена себе. Так, мы обходим эту лестницу. Так, это что за статуя? А, это сохранялка, да? Окей, сохраняемся. Здесь у нас еще голуби. Давай, вали голуби. И... Пью! Вот так вот. Просто расфигачиваем голубей, как нифиг делать. Так, блин, да ты зараза. Так, тихо. Опа. Ага. Тихо. Ух ты, зараза какая. Так, иди ко мне. Хорошо. Опа, опа. А, опа. Хорошо.
О, нифига себе, я читату нашел. Я когда заряженным этим, они проходят насквозь. Ой-ой-ой. Блин, они меня колбасят. И, оба. Хорошо. Один остался, опыта еще. Поднакопили. Давай, пошел прочь. И еще опыта, давай, опа. А, что теперь? Отсюда мы пришли. Фея, блин, странная, конечно, игрушка. Опа, голубь. Вали отсюда, голубь. Ненавижу голубей. Тихо, и... Тихо. Давай, ах, так, зашибли. И, а так вот. Хорошо. Хорошо, есть. Опыт собираем. Голубь, нафиг, опа. Три удара голубя. Все, дверь открыта. Вы кто такие? С кем-нибудь можно поговорить? Там можно говорить. А, слушай. I'm only paid to tell you what to do. Короче, мне всего лишь один раз платят, когда я говорю тебе, что делать. О, как клево отдохнуть от всех этих моральных экспериментов. Окей. Это какая-то комната отдыха у нас получается. А чё не разбивается-то? Давай. У нас, короче, супер неуязвимое дитя, которое мы сейчас обучаем, мы проводим супер... А, этот эксперимент проходит хорошо. О, нифига, там какие-то шипастые вообще твари. О, свинка! Голуби фантастические. Так, оба, давай. Оба. Ага, фантастические. Фантастические для того, чтобы... Чтобы... Блин, к нам к детку не попасть. Это что? О, ключ карты, да? Green Access Card. Но это не это. Это, я так понимаю, красная, да? А, нет. Я свободен. Чувак, а за что тебя задержали? Хе-хе-хе. Тихо. А это правильно, что мы его освободили? У нас карта... Ага, осталась. И зачем мы его освободили? Возможно, это потом в сюжете как-то повлияет на все оставшееся развитие событий. Так, здесь сейчас какой-то будет важный бой. Воу. Вот так вот. С одного удара просто завалил его. Офигеть. Хорошо, проходим дальше. Сейвилка. Ага. А, ну здесь мы были, да. Все, мы вернулись. Угу. Так, ага. Открываем дверь. Здесь мы проходим. Тыры-пыры-тыры-пыры. Так, вы мне больше не интересны. Хорошо, там мы типа все посмотрели, да? А, ага. А это у нас другая уже. Ага. Я понял. Давай. Голубь. Так, чувак, а ты что здесь делаешь? Давай поговорим. Стой, 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 давай поговорим. Ну, давай поговорим. А, если бы я был папой, я бы мог прыгать по этим лестницам и хватать всякие шняги, сцепляться за стены. Я бы не застрял здесь навеки. Угу, мне пофигу. Мне интересно, что ты мне тут рассказываешь. Опа. А что это, как это? Ну, чувак, сорян, ты не папа, поэтому ты не можешь делать вот так вот, как я. Хорошо. Так, опять розовая свинка какая-то. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, кати сюда, слышь, мырь? Вау. Угу. Отлично. Ай-яй-яй-яй, да что ж тебя, я ж перепрыгиваю тебя нормально, ну... Отлично, двойной удар. Молодец, девочка. Красавица, просто. Ух ты. Эй, ты, тише. Я пытаюсь что-то там сделать людям ниже. А я став... Я, короче, уверен, что они говорят о чем-то. Я джедай, там, ла-ла. Ты уделял внимание мне? Я пытаюсь что-то там поговорить. Дружище, ты вольной. Он думает, что он джедай, короче. Тихо, оба. Enter password. Я понял. А... Паспорт, может быть, у тебя узнать? Давай. Ну-ка. А, все. Петричор. 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 Блин, что за сложное слово? Ну-ка. Петри. Подслушали пароль. Вот это хорошо. Отлично, оранжевый пропуск. Так, у нас там
Эхе-хе-хе. Ну и сиди там, я не знаю, кто тебя там запер. Так, тихо. Отлично. Так, нам бы, конечно, жизненок. У нас полтора сердечка всего. Опа. Хорошо. Теперь можем войти в главный лифт. М-м-м. Ништяк, поехали. Да ладно, мы на корабле на каком-то? Или это побережье? Сохранится. Так, что у нас там? У нас же 20 минут, ну, о, пляж, смотрите, пальмы тут. То есть мы сбежали из этого центра? Ты кто? Ха. А, подожди-ка секунду, Джаред. А, папаня до сих пор... Папаня уже пришел, что-то... Ага, слушай внимательно, папаша. А, потому что я остаюсь здесь 56 секунд уже, и у меня не так много времени, чтобы его тратить. Я очень занятой, генеральный директор ТМа. И одна из древнейших... Can't see to take upon myself and interact. Короче, и одна из древнейших обязанностей — это взаимодействовать с папашами в самом конце туториала. Ты, должно быть, думаешь, что за честь? И должно быть, и ты действительно прав. Всего лишь несколько папаш смогли встретиться со мной здесь, поэтому поздравь себя, пока ты можешь. Ты легенда теперь, ты теперь легенда. Но фигово, что у меня не так много времени, даже не для легенд таких, как ты. Так что позволь мне объяснить, почему ты здесь. Этот туториал – это всего лишь тест, который определяет, что ты потенциальный папаша, квалифицированный, чтобы растить дитя по-своему. Это типа тест, я знаю, но в ТМ мы сосредоточены на исследованиях только одной вещи – духа папы. Нам нужны сертифицированные папаши, как ты, чтобы пойти в мир и узнать, что же действительно значит быть отцом. Расти свое дитя и, короче, проходи свой папашевский квест, чтобы помочь нам узнать, что же за сила это. Что же это за сила такая? Это твоя цель. У тебя есть какие-то вопросы? Он, видимо, сказал, что, видимо, нету. Отлично. Я должен повторить. Ты видишь лодку перед тобой. Так, забирайся на нее, и твой путь в огромный мир начнется. Давай, папаня, вперед! Перероди этот мир. В смысле? Это конец? Ты че? Это че за дичь? Подожди. Опа-на. Опа-на. Ух ты, это какой-то папаня с двумя детьми. У него суперсила. Нифига, это супер папаня. Здесь, короче, это сидит. Мы потеряли своего ребенка, да? А, мы не умеем плавать. Ты кто? Ты какая-то хрень, которая плюется. Ладненько, давайте, наверное, на этом закончим. О, привет, дитё. И... оп! Ой, подожди, ты тоже не умеешь плавать, да? Как и компания твой, на! Так, ладно, все, на этом мы заканчиваем. Нифига себе, я ее зашвырнул. Собственно, тут мы прошли, видимо, дальше там еще всякая лютая жесть будет происходить. Ну, игрушка на самом деле забавная, очень прикольная. Для желающих ссылочка, как всегда, на Steam есть. Там ее можно приобрести, 100 с чем-то рублей она стоит. В принципе, очень прикольная, с юмором здесь все в порядке. К сожалению, русского языка нету. Вот, а у меня как бы на прямом эфире, да, не получается вот так вот это все переводить прям. Ну, то есть я смысл... Даже смысл не улавливаю. То есть, когда я сижу спокойненько это читаю, я улавливаю смысл. А вот так на видео что-то, блин, не получается. Ладненько. В любом случае, мы прошли тутер. Дальше уже какая-то большая игра. Я не знаю. Ну, как бы, если хотите, пишите комменты, ставьте лайки. Будем продолжать потихоньку смотреть, что же там будет дальше все-таки. Во что же этот ребенок вырастет? И вырастим ли мы в того монстра, которого сейчас с вами встретили, в огромного супер-папаню? Вот. Ну, на этом все. С вами был Рос на канале Midcore Show. Игра Dead Quest. Не Dead, не мертвый, а Папанин Quest. Короче, квест Папани. Вот. Ну, типа такой симулятор папаши, да, получается. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, комментируйте, вступайте в сообщество ВКонтакте, ссылочки в описании под этим видео. Подписывайтесь на мой канал и всем пока!